Ика, что это сзади тебя? Что это? Что? Пса? Ой, молодец, научилась говорить. Классная, умничка. Ой, там у нас Вик. Вика, ку-ку. Ку-ку. Катюш. Да. Ура, ура, ура. Давно не отдыхали нигде. Где мы последний раз отдыхали? В Казахстане были. В феврале. На Мальдивах были? На Мальдивах в январе. И в октябре в Турции. И, по-моему, все, да? Ну, еще в Казань ездили, в Нижний Новгород ездили. Слушай, это за последний год сколько мест у нас было? Сейчас не вспомнить. Но вот почему-то захотелось попутешествовать именно по России, ребята. Я думаю, сколько стран, городов мы объездили, и мы не знаем нашу страну Россию. И наша следующая поездка будет в Екатерининский дворец. Ну, если все хорошо, вот, то в Екатерининский дворец хотим съездить в августе в Питер. Моя давнейшая мечта. Очень люблю историю, люблю ее изучать, очень люблю мир зданий. И, конечно, очень интересно побывать там, где, да, где фильмы снимают, где глубокая русская история. Поэтому, конечно, туда хотим съездить, нанять гида, погулять там по дворцу. Буду надеяться, что нам тоже понравится и все получится. А сейчас пока вот первый раз мы едем без интенсива, без всего, просто отдыхать в Сочи. Просто на отдых решили съездить, взяли путевку на сколько дней? 17 лучей. На 17 лучей взяли путевочку. Вот. Буду надеяться, что все понравится. Взяли отель 4 звезды, потому что 5 звезд там не взять отель. Ну да, их там в Сочи нету. А нам хотелось какое-то оживленное место. Действительно, хотелось и курортное место, пусть перегрузка в самолете, кошмар. Вот. И, конечно же, выбрали Эмеретинку, потому что она больше всего нам попадалась в рекламе. Да, она попадалась нам в рекламе. И я посмотрела нормальный комплекс. Взяли морской, взяли прибрежный квартал, где больше всего движа, шумихи. Самые большие бассейны, в общем, такое все взяли. Но до моря будет далековато. Мы посчитали, минут 10, наверное, пешком идти придется. Или 15 даже. Ну, 10 точно. Ну, Викиными ножками, может, и 15. Вот, ну, посмотрим. Ну, что ж, у нас только разыгралась в Кирове погода. И мы уезжаем. Так все были дожди. Красота! Полетели!